Антон вместе со своей супругой записались на вакцинацию заранее. Уколов они не боятся, и поэтому привиться спутником ВИ решили вместе. Тем более, что пожилые люди входят в группу риска. А тут потерпеть буквально минуту, и все. В московском районе было больше всего зараженных коронавирусом, он же и самый густонаселенный. Поэтому медперсонал прилагал большие усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. Эпидемиологическая обстановка в нашем регионе, она сейчас стабильная. Регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции среди населения, но темпы прироста, они невысоки. На настоящий момент в московском районе 29 больных коронавирусной инфекцией и еще 15 контактных. По области цифра в разы больше – 1339 человек. И сейчас только и разговоров, что о третьей волне. Одни пророчат начало в мае, другие же эксперты говорят, что старт будет 15 апреля, то есть уже. Будет ли третья волна? С этим вопросом наша съемочная группа обратилась к врачу-эпидемиологу. В настоящее время так прогнозировать далеко очень сложно, потому что, как вы сами знаете, сейчас и часть границ уже открываются, какие-то вновь закрываются, перемещение населения сейчас очень большое, тем более впереди праздники, летние отпуска, поэтому, в общем-то, прогнозировать далеко очень сложно, но мы надеемся, что, конечно, все будет стабильно и снижаться дальше. Одно врачи говорят точно – расслабляться рано. Каждый все еще считается в зоне риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Тут появляется другая проблема – это паникеры. В первую волну они сметали гречку и туалетную бумагу с полок магазинов. Во вторую подуспокоились, и неизвестно, что будет в третью. Как этой панике не поддаться, рассказали специалисты. Прежде всего, общайтесь с теми людьми, которым вы действительно доверяете. Пользуйтесь информацией, которая проверена, не та, которая бабушка у подъезда сказала. Если есть так называемые токсичное окружение, таких людей по возможности, конечно, из своего окружения сейчас следует исключить. То есть надо общаться с теми людьми, которые настроены позитивно, которые дают запас протекции, защиты, поддержки. Вот, это прежде всего. А рекомендации по-прежнему стоит соблюдать, говорят врачи. Маску в общественных местах носить продолжаем, держим дистанцию, а руки все так же обрабатываем. Такие простые правила помогут избежать заражения. Вакцинация по-прежнему добровольная, но врачи советуют заветный укол все же сделать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».